Татарстан с рабочим визитом прибыл губернатор Иркутской области. В ходе двухдневной поездки в Казань делегация посетит IT-парк, Химград, Иннополис и Алабугу. В хадж из Татарстана отправится 1700 паломников. Квота для республики выросла на 500 человек. Около 30% паломников – это молодежь до 40 лет. Большая половина верующих полетит из Казани. В летних лагерях отдохнули 150 тысяч татарстанских ребят. Смены продолжат работу до конца августа. На проведение летней кампании из бюджета республики выделено 1 миллиард 400 миллионов рублей.